Ladies and gentlemen. Самых значительных праздников Индии, и очень здорово, что во Владивостоке проводится немало интересных культурных мероприятий, связанных напрямую с культурой Индии, с популяризацией культуры Индии. И мы искренне признательны Международному обществу сознания Кришн за то, что сегодня именно они стали инициатором проведения такого праздника. Йога – это единение тела и сознания. Вот. Йога считает, что проблемы человека физически, ментально обусловлены этим разделением на тело и на сознание. И когда они взаимодействуют вместе, взаимопроникают друг в друга, тогда человек может освободиться от своих проблем. И как цель йоги зависит от запросов. Если человек хочет поправить свое физическое здоровье, он это сделает. Если он хочет развить какие-то свои способности, он тоже этого добьется. Если человек хочет духовной свободы, он тоже этого обретет. Yeah!